привет! Добро пожаловать в новое видео. Меня зовут Линда. Для тех, кто впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы первыми смотреть все мои самые новые видео. Но сегодня у нас по плану шопинг-влог из Манго. Новогодние праздники уже совсем скоро, и нужно готовить праздничный образ. Поэтому поедем с вами в Манго, посмотрим, что интересного можно там найти. Составим новогодние луки, так что поехали! Друзья, я уже в Манго. Давайте посмотрим, что интересного нас традиционно встречает на манекенах. Вот такие вот образы, совершенно не праздничные. Но ничего, мы с вами обязательно сейчас что-нибудь найдем интересное. Интересная модель пальто. Мне очень понравилось. Хороший крой, абсолютно классическая модель. Всегда будет актуальна. Единственное, что ценник, я считаю, слишком завышен. Да, здесь в составе есть шерсть, но я считаю, что за такую стоимость можно даже дизайнерскую вещь приобрести. Конечно, здесь непростой достаточно крой. Здесь и работа тоже непростая, но мне кажется, все-таки как для Манго немножко завышены. Пишите в комментариях ваше мнение. Плохой бомбер, который выполнен из кожзама. Модель выглядит очень стильно. Качество кожзама неплохое, очень мягкое. Вот такие вот идут у нас здесь довязы. Тоже неплохая фурнитура. Давайте посмотрим на стоимость. Стоит 4000 гривен. Вот такой вот у нас идет здесь меховой воротник. Можно это поднять. Тоже будет неплохо. Манго нам предлагает этот образ с вот такими вот шортами, которые выполнены тоже из кожзама. Ну, в принципе, бомбер — это универсальная вещь, можно миксовать с любым низом. Вот, кстати, к новогоднему образу одна находка уже есть. Вот такие вот базовые лодочки. Выглядят достаточно стильно. Стоят 2000 гривен, но это заменитель. Здесь очень высокий каблук. Я думаю, на ноге будет смотреться очень красиво. Обязательно возьму их на примерку. Вот такие джинсы, которые идут полностью в стразах. Напишите в комментариях, как вам. Для меня лично это too much, но это тренд. Стоят 2800, и вот их артикул. А вот этот костюм мне действительно очень понравился. Кстати, подобный есть в Заре. Это крой идет как фрак. Атласный вот такой ворот. Смотрится это очень стильно. И, кстати, как вариант для новогоднего образа можно смело брать. Обыграть красивыми аксессуарами. Давайте найдем только его артикул. Сейчас я вам покажу стоимость. Мне очень нравится, и ткань здесь тоже очень хорошая. Стоит данный жакет 5300. Лодочки, которые я вам показывала в начале, еще представлены вот в таком молочном цвете. Это идет под лак модель. Мне нравится, но я же говорю, минус, что это заменитель. И стоимость у них тоже такая же. 2000 гривен, вот их артикул. Самый трендовый кардиган, который вы могли видеть у всех фэшн-блогеров и в самых модных пабликах Instagram. Выполнен он достаточно качественно. Смотрите, здесь внутри идет такая блестящая нить, мелкие пайетки. Он достаточно теплый. Фурнитура здесь тоже достойная. Пуговицы вот такие вот в виде жемчужины. По кругу идут стразы. Дополнительная пуговичка идет в комплекте на случай, если вы потеряете. Стоит данный кардиган 2700. Один вариант для праздничного образа я уже нашла. Смотрите, какое интересное платье. Но вся его фишка — это, конечно же, вот в этом декоре и потрясающе красивой спинке. Вы только посмотрите, она идет открытая. Я обязательно возьму на примерку данное платье. Давайте найдем его артикул. Стоит 2700. Из искусственного меха, это тренд сезона. Очень многие бренды пошили, правда, в разных вариациях. Манго нам предлагает вот такую вот однотонную, черную. Стоит 5700, но я рассматриваю конкретно вот такую модель исключительно как дополнить новогодний образ, чтобы быть в тренде, или, например, для какой-то фотосессии интересной, тематической. Но в повседневной жизни лично я бы однозначно не носила. У меня такое впечатление, что вот это платье перекочевало из летней коллекции Манго в зимнюю. Это платье миди. Да, здесь есть такие яркие акценты в виде вот таких вот блесточек, но мне кажется, что модель уже слишком устарела.
стоит данное платье 2700, я считаю, что на такую стоимость можно найти что-то получше. Как вы думаете, пишите в комментариях. А вот этот жакет я вам смело могу рекомендовать, обратите на него внимание, абсолютно базовая вещь, качественно выполнен, здесь нет кричащей фурнитуры, хорошая ткань и очень такой дорогой, благородный цвет, камера может быть не передает, но на самом деле это очень такой красивый, благородный беж. Вот правильный беж я бы назвала. Давайте посмотрим на его стоимость и артикул. Стоит 3500 гривен. Вот его артикул. Я бы этот жакет надела с вот этой юбкой. Это не юбка миди, она будет где-то чуть ниже колена. Тоже стильный крой. Здесь очень хороший деним. Стоит 1500 гривен. У меня вопрос. Это только у нас такое бедное манго или... везде так вот. Я не могу понять, что произошло с платьями. Все модели полный антитренд. Ткань тоже вызывает массу вопросов. Это вот такая вот жатка. И на ней идут вот такие вот плямки, как будто бы от краски или от фломастера. И еще здесь идет вот такая вот резиночка. Ну, как по мне, это антитренд полный. Стоимость 1500 гривен. Неплохие Челси, выглядят стильно, базовая модель, но качество оставляет желать лучшего. Если вы планировали их брать, возможно, смотрели на сайте, то я вам не рекомендую. Видите, здесь уже вот идет такой залом. Стоят они 2800, и это к тому же не кожа. Я вам так скажу, в нашем украинском Эстра или в том же Витаросе за такую стоимость можно смело найти такую модель, но выполненную гораздо качественнее и из натуральной кожи. Еще эти же Челси представлены вот в таком красивом молочном цвете, мне нравится на порядок больше, и вообще я люблю зимой, особенно когда лежит на улице снег, надеть только светлую одежду, светлую обувь, светлую шубку, дубленку, какой-то очень уютный теплый костюм. Вот их артикул, ловите. Мне светлые нравятся больше. А вам? Плохая дубленка. У меня, кстати, есть одна дубленка из манго. И, кстати, я ее ношу второй год. И вы знаете, у меня к ней нет никаких нареканий. Она не вытерлась. Вот это тоже выполнено очень хорошо. Стоит 5700. Она идет прямого кроя. Мне нравится, что здесь нет никакой кричащей фурнитуры, базовый цвет, и можно легко вписать в любой образ. Также эта модель дубленки представлена вот в таком красивом бежевом цвете. Мне нравится больше этот оттенок. Стоит 5700. Вот артикул. Вот честно, я бы, наверное, себе брала вот эту. Хотя моя подобная. Она в таком же цвете, только идет немножко другой крой. Она на пуговицах, а не на молнии. Но вот это, правда, очень достойный вариант. Очень люблю такие модели свитера. Выполнен достаточно качественно, несмотря на то, что это 100% полиэстер. Но на ощупь очень приятно. Стоит 1700 гривен. Есть вот такой вот цвет капучино и черная полоска. И еще есть молочный с вот такой вот синей полоской. Но я бы брала вот этот. Все-таки это более базовая модель. Еще есть вот такой вариант дубленки. Вы знаете, да, о том, что дубленки это тоже тренд сезона. Это выполнено больше как пилот. Здесь внизу идут вот такие вот элементы, фурнитура под состаренное золото. Выглядит очень даже достойно. Вот это мне даже и больше нравится, я вам хочу сказать. И стоит тоже 5300. Вот такие модели свитера я обожаю, потому что это очень удобно надеть под жакеты. Выглядит это всегда стильно. Это, конечно, 100% акрил, но на ощупь очень приятный. Красивый цвет. Камера передает, что это горчица, но на самом деле нет. Это очень красивый благородный кэмел. Стоит данный свитер 1700 гривен. В манго прям рай на качественные дубленки. Вот это тоже выполнено очень хорошо. Вообще у меня нет никаких нареканий. Такой вот пилот, несмотря на то, что это заменитель, но достаточно неплохой. И она прям такая вот плотная. Я уверена, что будет очень тепло. Единственное, что здесь нету ценника, чтобы сказать вам артикул, но я думаю, вы запомните, как это выглядит. Вот правда, советую. И еще этот пилот представлен вот в таком цвете капучино, но мне черное с белым нравится больше. Стоит 5300. Вот артикул. А вот эта стильная малышка, мой фаворит. Мне очень нравится, выглядит стильно.
Вы только посмотрите, какой здесь интересный крой, достойная фурнитура, она достаточно теплая. Ну и вся ее фишка, конечно, в том, что она укороченная. Но это не проблема, можно смело дополнить этот образ теплым кашемировым костюмом и точно не замерзнете. И вот она в черном цвете, но я выбираю светлый. А какой выбираете вы, пишите в комментариях. Как вариант, под такую укороченную дубленку можно надеть вот такое платье миди. Я думаю, точно не замерзнете. Это 100% правда акрил, но выглядит неплохо. Если под низ еще надеть термобелье, то вообще можно не беспокоиться о холоде. Очень классное кимоно из денима. И внутри идет на утеплитель. Я думаю, здесь тоненький стоит синтепон. Смотрите, смотрится, конечно, потрясающе стильно. Но мне почему-то кажется, что этот деним либо красится, либо будет потихоньку вытираться. Давайте посмотрим, сколько стоит. 3500 гривен. Очень стильная косуха цвета хаки. Вы только посмотрите. Выполнено очень качественно. Единственное, что я вам не могу найти артикул, потому что здесь ни на одной курточке, я вот посмотрела, не висит бирка. Но я думаю, вы запомните, как она выглядит. Если планируете покупать, я вам советую. Правда, очень стильная вещь под джинсы, можно и под брюки, да и вообще тут можно с низом играть как угодно. Выглядит она, конечно, на миллион. И действительно, выполнена очень качественная фурнитура, здесь достойная. Так и не скажешь даже, что это манго. Идеальные лодочки для новогоднего образа, я думаю, найдены. Вы только посмотрите, как красиво они выполнены. Действительно, выглядят очень дорого, выполнены из атласа. Но вы посмотрите, как красиво и дорого сияют стразы. Действительно, манго не поскупились и выполнили все очень качественно. Я вас уверяю, что вот эти вот лодочки дополнят просто идеально любой новогодний образ. Давайте посмотрим, сколько они стоят. 2300 гривен. Обязательно беру их на примерку. В этот раз манго решил побаловать нас красивыми жакетами. Еще одна базовая модель. Здесь принт идет гусиная лапка. Такая ненавязчивая фурнитура. Хорошо выполнен. Стоит 3500 гривен. Туфли в стиле Манола манго выпускает из сезона в сезон. Они у них очень качественно выполнены и, кстати, очень удобные. Покажу вам стразы поближе. Вы только посмотрите, как красиво они сияют, качественно выполнены, нигде нет клея. Так что советую обратить на них внимание. И тоже как вариант для новогоднего образа можно брать. Стоит 2800. Достойная альтернатива сумки Celine найдена. Вы только посмотрите, какая потрясающая малышка, как качественно выполнена. Стоит 1700 гривен. Я вам рекомендую. Еще один интересный вариант лодочек. Они выполнены из денима. Смотрите, какая здесь фурнитура. Вот правда, манго не скупится на хорошую фурнитуру. Это правда. Вот что касается страз, камней, все выполнено очень качественно. Данная модель стоит 2800. Еще один достойный вариант босоножек для новогоднего образа. Они выполнены из атласа. Такие очень стильные и качественно выполнены. Стоят 2000 гривен. Вот их артикул. Дополнит просто идеально новогодний образ, мне нравится. Еще одна шубка из искусственного меха в манго представлена. Безусловно, это стильная модель, но как вариант на каждый день я бы не рекомендовала. Я бы не назвала это вещью базового гардероба, но если вы хотите быть в тренде и идти в ногу со временем, то такую вещь однозначно нужно иметь в гардеробе. Стоит 5800. Тейлер манго в этом сезоне. Я уверена, что эту дубленку вы видели на многих. Правда, она выполнена очень качественно. И вживую она смотрится на порядок достойнее, чем на фото. Здесь очень приятный такой мягкий мех. Это у нас идет кожзам внутри, но очень хорошего качества. И фурнитура здесь тоже достойная. Стоит данная модель 5800. Вот вижу, что в магазине она осталась одна единственная в размере L. Конечно, хотела бы взять на примерку, но L для меня это too much. Лоферы в стиле Celine. Подобную модель манго тоже выпускает из сезона в сезон. Единственный минус только, что это заменитель и стоит 2700. Еще одна модель лоферов представлена в манго. Здесь идет
под более такая грубая подошва. Мне это не очень нравится. Стоит данная модель тоже 2800, но мне здесь нравится фурнитура. Несмотря на то, что она более объемная, она выглядит более благородно за счет того, что здесь правильный цвет фурнитуры. Это состаренное золото, всегда выглядит дорого. В общем, я бы как поступила бы? Я бы вот это перенесла сюда, а это сюда. Вот эти кеды, советую обратить внимание, они напоминают Adidas, выполнены из натуральной замши, правда, очень качественные. Базовый оттенок стоит 2300. Кстати, как для натуральных материалов, очень даже адекватная стоимость. Сумка в стиле Шанель, очень достойно выполненная. Здесь хорошая фурнитура и заменитель очень приятного качества. Она такая мягкая, приятная, стоит 2000 гривен. Есть еще в черном цвете. Девочки, начнем с самого теплого и уютного образа. Я взяла на примерку эту стильную малышку. На мне размер S, но однозначно нужно M. Она слишком маломерит. Прям вот я чувствую, насколько она мне узкая в плечах. И длина рукава. Я могу, в принципе, его отвернуть, но я бы хотела, чтобы сохранился вот этот манжет. Поэтому однозначно нужно М. Она, конечно, очень теплая. Я вот сейчас стою в примерочной, правда, очень жарко. Разбавила это все этим теплым, уютным платьем. Оно, конечно, не совсем макси. Если у вас рост, как у меня, 172, то имейте в виду, что оно не будет в пол. А если вы ростом ниже, то может смело закрыть вот такие вот высокие челси. Касательно этих челси, выглядят они очень стильно, идут размер в размер. На мне 37, они мне очень жмут. Однозначно нужна восьмерка, но вопросы к качеству. Если вы видите, очень некрасиво собирается вот здесь вот резинка. Выглядит это некачественно. Ну и, конечно, к этому образу нужны светлые колготки. Черные сюда однозначно не подойдут. Также я бы сюда добавила сумочку в стиле Gucci, кстати, идеально бы сюда подошла. И какую-нибудь объемную теплую шапку. И получится очень стильный повседневный образ. Еще один вариант теплого зимнего уютного образа. Я взяла на примерку дубленку, которую показывала вам ранее. На мне размер XS. И вы знаете, я довольна. Меня устраивает длина рукава. И в целом мне в ней очень комфортно. Также взяла, например, вот этот свитер. Несмотря на то, что здесь акрил, но он очень приятный к телу. И белые джинсы. Но джинсы, имейте в виду, маломерят. На мне 38 размер, но они сидят как 34 и 36, потому что это мои размеры. Я специально взяла размер больше, чтобы они не были короткими и вот так вот стильно закрывали обувь. Но, как вы видите, 38 идет на 36, а то и на 34. В целом мне очень нравится данный образ. Я бы разбавила его аксессуарами в виде такого объемного большого шарфа, шапки и интересной сумочки. В стиле Селин или в стиле Гуччи, вот она была сюда просто идеально. Самое главное, что получается очень стильный и, главное, комфортный образ. Я взяла на примерку самую трендовую шубу. Хочу вам показать, как можно видоизменить предыдущий образ. Если предыдущий образ у нас был базовым, то вот этот образ уже у нас получается трендовым. Смотрите, как выглядит эта шубка. На мне размер S. Правда, выглядит это очень стильно. Вот, казалось бы, да, мы заменили только одну вещь, а образ изменился кардинально. Я специально спрятала волосы, чтобы показать вам, какой здесь высокий ворот. То, что вы не замерзнете в ней зимой, это 100%. Будете выглядеть трендово. В целом, мне очень нравится данный образ, но все же я даю предпочтение базе. Но если мы говорим о фэшне, то такая вещь, конечно же, должна быть в гардеробе. В таком образе получится очень классная и стильная фотосессия. Обязательно напишите в комментариях ваше мнение, вам нравится или нет, и что бы вы выбрали, вот эту вот трендовую шубку или все-таки отдаете предпочтение базе. Праздничный вариант образа я взяла, например, вот этот потрясающий кардиган. Мне он, правда, очень нравится, но проблема та же, что и в кардиганах в Вайкики. Получается, что фурнитура тяжелая, а ткань легкая, и пуговички немного отвисают и создают вот такие вот пробелы. Но в целом кардиган выглядит, правда, очень достойно по-праздничному. На мне размер S. Разбавила это все вот такой вот юбкой мини из кожзама. Также сюда можно надеть, например, брюки. Тоже будет выглядеть очень достойно. И взяла вот эти потрясающие лодочки. Девочки, выглядят они, конечно, на миллион. Они комфортные. Я вам рекомендую, что можно смело отгулять всю новогоднюю ночь. На мне 39 размер. Имейте в виду, что они мало мерят. У меня восьмерка. Но я взяла, например, 39. Но в магазине это, собственно, только и был 39 размер и 36.
так что имейте в виду, но они правда выглядят очень достойно и безумно комфортно. Колготки можно оставить такие же плотные, можно надеть сюда, в принципе, и 40 ден тоже будет неплохо, поиграться с аксессуарами, и новогодний образ готов. Пишите в комментариях, как вам. Друзья, хочу познакомить вас со своей подругой и коллегой-стилистом. Зовут ее Кристина, она живет в Англии. У нее потрясающий YouTube-канал, она снимает шопинг-блоги, обзоры на магазины, составляет очень классные стильные луки. Также я знаю, что очень многие девочки сейчас находятся в Европе, и вы можете смело обратиться к Кристине за помощью. Она, как настоящий профессионал своего дела, идеально подбирает образы, исходя из фигуры, пропорций. Одним словом, я вам искренне рекомендую ее канал, ссылку оставлю в описании, переходите, подписывайтесь, я уверена, что вам будет с Кристиной очень интересно. Еще один вариант праздничного образа. Я взяла на примерку платье, которое показывала вам в начале. Это платье, которое с красивой открытой спинкой. Мне не совсем удобно вам его показать. На мне размер S, но не могу понять, в чем здесь проблема. Мне немножко тянет пройма, либо здесь нужен выше рост, либо нужно брать M, но тогда оно будет здесь широкое и не будет так эффектно сидеть. В целом мне очень нравится данный образ, сюда идеально вписываются вот такие темные колготы, ну и эти потрясающие лодочки. Наверное, их нужно брать, они идеально вписываются в этот образ. Колготы я бы, кстати, не меняла, оставила бы вот такие вот плотные, темные. Этот вариант очень сильно так удлиняет ноги, потому что нету таких вот ярких переходов. В целом, я же еще раз повторюсь, мне нравится данный образ. Сюда, конечно, не подходят мои золотые серьги. И вообще сюда идеально будет подобранный волос и какие-то объемные серьги, красные губы, какой-нибудь такой клатч интересный. И вуаля, новогодний образ готов. Мне нравится. Обязательно пишите в комментариях, нравится вам или нет. Этот образ у нас тоже праздничный, но праздничный равно универсальный. Я специально хотела создать образ из одежды, которую вы смело сможете применить в своем гардеробе после новогодней ночи. Я взяла, например, эти потрясающие джинсы в стразах. На мне 36 размер. Конечно, я бы хотела, чтобы они были подлиннее, но если возьму 38, то тогда они не так хорошо будут сидеть здесь. Разбавила этот образ вот такой вот стильной блузой, которая идет на запахе и с вот таким очень красивым атласным воротом. Выглядит она, правда, очень стильно. Осталось в тех же лодочках. Смотрите, насколько они универсальны. Если у вас брюки или джинсы будут длинными и закроют ремешок со стразами, то никто даже и не заметит, что они у вас там есть. Так что туфли очень универсальные. Получается два в одном. В целом мне очень нравится данный образ. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение. Я бы здесь, кстати, тоже собрала бы волосы, надела бы большие объемные серьги, красные губы, взяла бы клатчи. Но, кстати, в Манго нельзя брать аксессуары в примерочную, поэтому я вам просто рассказываю на словах. Правда, образ мне очень нравится. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение. Также я хочу вам напомнить о том, что опция шопинг-сопровождения совместно со мной офлайн и онлайн по-прежнему актуальна. Если вы в поиске новогоднего образа, можете писать мне, составим вместе с вами. И также еще за подписку я своим зрителям дарю новогодний трендбук, где вы сможете найти образы с артикулами и на разный бюджет. Если вам интересно, обязательно напишите мне в Instagram о том, что вы подписаны на мой канал, на мой Instagram, и я вышлю вам этот трендбук. Друзья, на этом буду завершать данный шопинг-влог. Спасибо, что вы были со мной. Пишите в комментариях, какой образ вам понравился больше всего. Не забудьте подписаться и поддержать это видео вашим лайком. Мне это будет очень приятно. Но мы с вами увидимся уже совсем скоро в новых видео, в новых образах. Всем пока!